Дорогие друзья, уважаемые коллеги, пользователи социальных сетей Instagram, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета запускает флешмоб. Он посвящается дню рождения известного татарского поэта Габдуллы Тукая и дню родного языка, отмечаемого в Республике Татарстан. Принять участие во флешмобе ты сможешь с 16 по 22 апреля. Читай стихи и отрывки из произведений Габдуллы Тукая. Покажи свои вокальные и инструментальные способности в исполнении музыкальных произведений по мотивам творчества известного татарского поэта. И главное, не забывай ставить хэштег «Минем Тукай». Но учти и условия конкурса. Видео и изображение должно быть снято в горизонтальном формате. Размещать его необходимо в отдельном посте на своей странице социальной сети Instagram. Обязательным условием является открытый профиль участника. В описании необходимо указать хэштег «Минем Тукай». Отметить профиль КФУ и ФМК КФУ. В описании к посту или самом видео необходимо указать название на языке оригинала и автора произведения. Длительность видео не должна быть более 3 минут. Учащимся общеобразовательных учебных заведений нужно указать название учебного заведения. Генеральными партнерами данного флешмоба выступают ведущие телерадиокомпании Республики Татарстан. Это «Татарстан. Новый век», государственная телерадиокомпания «Татарстан», а также республиканское агентство «Татмедиа» и университетское телевидение. Мы приглашаем всех принять активное участие в данном флешмобе и ждем от вас видеозаписей.